вам искреннюю благодарность за то, что дарите этому миру красоту духовного начала. Своим творчеством пробуждаете в людях лучшие, светлые чувства. Уверен, что вы и впредь будете радовать публику высочайшим исполнительским мастерством, богатым и разнообразным репертуаром. От всей души желаю вам и впредь достойно продолжать славные традиции, которые были заложены основателем Копыла Евгением Морозовым, поколениями ваших предшественников, приобщать как можно больше слушателей к богатейшему наследию русской духовной народной музыки. Желаю вам активной концертной деятельности, новых успехов и свершений. Губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов.